международный аэропорт города Сан-Франциско, друзья. И после большого перерыва мы снова встречаем наших новых американцев, новых земляков, наших соотечественников. Я не буду рассказывать, кто прилетает, что прилетает. Сами расскажут все. Моя задача их тут взять и доставить по месту проживания. Такое ощущение, что самолет уже приземлился, но я точно не скажу. Сейчас глянем на табло. Вот вы видите, как устроен аэропорт. Тут должно быть какое-нибудь табло большое. Ага, так. Мы пришли на этаж, где багаж раздают. Ну, давайте глянем. Вот у нас тут рейс из Лос-Анджелеса должен быть. Вы видите лос-анджелесские рейсы. Тут, поскольку компания кооперируется, у них периодически тут все мелькает. Значит, наш рейс называется VX-941. Virgin America. Так. Поднялись мы этажом выше. Видите, тут сверху написано Meeting Point. Да? И идем к тому месту, где встречают людей, выходящих с рейсов. Вот оттуда они выходят. Видите, написано не входить. Так, да, там? И знак кирпичик такой. Вот мы туда идем. И там отдельно тоже есть табло. Мы там посмотрим. Потому что есть хороший шанс, что ребята еще не вышли из самолета. Сейчас будем смотреть. Вот отсюда они должны появиться, если еще не появились. Вы видите, как вольготно располагаются люди, которые кого-то ждут или чего-то ждут. Ну, по идее, должны встречать пассажиров. А может, еще что ждут. Сюда уходят люди за своим багажом по эскалатору. А вот тут прямо, смотрите, Starbucks. Святая святых американской жизни. Можно и кофейку. Так... Да, поездили мы по России, по загранице, по Европе. Так. Вот. А сейчас-то чего? Какими судьбами? А сейчас выиграли в лотерею. В прошлом году? Да, и решили, что мы переезжаем, сделаем некий шаг на пути к подъему уровня жизни, просто как большое здоровское приключение такое. Так, родители как одобрили приключение, говорят, езжайте, или говорят, вы что же это надумали-то, говорят? По-разному, разные родители по-разному, мои родители, они так кивком поддержали, сказали, давайте, вперед. Все, не подкачай, так. Да. Мои расстроились, да. А что расстроились, что? Далеко очень, сказали, если бы Европа прям вот рядом было бы, а так. То есть не то, что вот, допустим, березки там. Да даже вот... не сколько березки, они говорят, в гости приехать в Америку, это прям вот тяжело выбраться, собраться. Ну, перелет, да. 12 часов тяжело. Так а вы молодожены какие или давно уже? Поженились осенью. Вот этой? Подождите, вы поженились осенью после выигрыша? Да. То есть вам интервью-то у вас когда было? В декабре. Ага. То есть вы осенью поженились, в декабре пошли на интервью. Они вам говорят, чем докажете ваши давнишние связи? Чем вы доказали? Мы говорим, мы сколько, почти 3 года встречаемся. Вот смотрите, наша история поездок, паспортов. Это когда я начал сыпаться на ответах, куда... мы летали в каком году, потому что Маша это все помнит отлично, а я не помню ничего, у меня путаются поездки просто. Да. И я под конец уже сказал, просто посмотрите, вот у нас все визы там за последние несколько лет, они совпадают. И тут, да, нам поверили. Ну, то есть легко дали визу, там все дела? Да, без проблем. Ну, вас не осуждали там, типа, предатели какие-нибудь, вот такого не было? Нет. То есть такой, это все-таки Москва, как бы... такой город. Ну, в основном поддерживают друзья, да. А то не говорили, мы к вам в гости приедем, устраивайтесь, мы к вам в гости приедем. Гости собираются. Так, так вы решили прям в Кремниевой долине осесть? Пока да. Так, а дальше видно будет? Да, дальше посмотрим. А кто вы по профессии? Я IT, работаю тестировщиком. Кто? Тестировщиком в сфере IT как так, раз. Так, да. И что тестируем? Корпоративные информационные системы. Ну, получается там?
да, но вот хотелось бы получиться еще. Отечественная система тестирования или импортная? А, на саб-системы и галактика. Понимаем. Так, а вы что у нас делаете? А я попроще, я рекламы, но я не делаю креативы, я покупаю рекламу. Вот, то есть цифровую рекламу, диджитал рекламу в интернете. И куда потом ее? И в YouTube, вот те ролики, что мешают всем, в, ну, как поисковая реклама, SEO и прочее, прочее. То есть все это целиком складывалось у меня вот на последнем месте работы, предпоследнем, в перформанс, управление рекламы. Так. Вот, поэтому я тоже так посмотрел сначала, еще до того, как узнал про вашу школу и что она вот так релевантна Маше. Ее профессии, я посмотрел, что вот два города, где профессии очень-очень востребованы. Это где? Вот среди здесь где-то Сан-Франциско и Лос-Анджелес, как бы я их обозначил в одну, и Нью-Йорк. В остальных я посмотрел, ну, на том же Индиде, как-то там поменьше вакансий было. Вот, ну, то есть вы себя позиционируете как? Как перформанс-менеджер. Рекламный. В сфере, да, цифровой рекламы. А по-английски можете? Они вот по-разному называются, могут быть как... Вы лично по-английски можете поговорить там? А, говорить, да, смогу. Понял, понял. Так, а супруга? Тоже говорю. Ну хорошо, а вот до вы... А кто из вас выиграл-то? Я. Он выиграл. Да. То есть, понимаете, это лучше. А то получается так, вот вы выиграли, и вдруг он теперь жениться хочет. Понимаете, там 3 года голову морочил, да? Да. Вот, а так получается нет. Так получается выиграл, думает, нет, поеду. Не оставлю, не брошу. Да, да. Ну что же, хорошо, пошли смотреть багаж. Вот, друзья, человеков 2, а чемоданов у них 4. Но, да. Много вещей. Конечно, правильнее было бы везти деньгами. Но в чемоданах деньги сейчас обычно не возят. Возят только материальные ценности. Ну что, будем двигаться с ценностями. Эскалатор. В новую жизнь едем. Был какой-то фильм, там назывался «Последний подвиг Камо». И там публичный дом эвакуировался за границу. И там бамперша такая веселая, тетка ходила. И, значит, ну, своему коллективу она кричала: «Куда едем, девочки? В Константинополь едем!» Так она приободряла. Вот, и мы вот тоже, вот видите, там в конце вот этого тоннеля есть свет. Да, и мы там скоро поднимемся вертикально на парковочку. А оттуда уже, вы не знаете процедуру нажатия кнопки, но я вам сейчас все расскажу. Будете нажимать кнопку вдвоем, как рабочие колхозницы. Так, встанем. Стоит еще памятник-то на ВДНХ? Стоит. Все. Вот он, аэропорт Сан-Франциско. Международный, но рейс из Лос-Анджелеса. Красиво, то смотрите, как подсвечивает, дайте панораму такую покажу. Это крыша аэропорта. Крыша крышует 5 этажей паркинга. В общем, есть такое дело. А сколько сейчас времени? Где-то 8:30, да? Да. 8:30 вечера. Вы видите, что иммигрантовоз вполне так. А вы можете рюкзачок прямо туда, не? А вот на коробочку прям бросайте. Да. Все отлично, умещается. Значит, народ, объясняю процедуру. Вот вы видите кнопку, вон там справа, да? Видите? Вот кнопка. Ага. Давайте я крупно покажу. Вот эту кнопку, вот эту. Видите эту кнопку? Если ее нажать, крышка закроется. Значит, ритуал состоит вот в чем. Значит, вы берете вот так 2 пальца вместе, как рабочие колхозницы, так? И 2 пальцами по команде нажимаете кнопку. В этот момент дверка закрывается, символизируя, так сказать, что закрывается дверь в прошлую жизнь и открывается в новую, когда поедем. Энергия положительного такого движения, энергетики хорошей, значит, эта энергия усиливается лайками, которые в тот момент, когда вы нажимаете на кнопку, значит, и в этот момент вам ставят лайки. Вот эта энергия усиливается позитивная. И кроме того, когда вы кнопку нажали, и вот в то время, что дверка закрывается, мы ликуем. Вот, так, все, давайте 2 пальца.
Вот, но вместе. И давайте. А теперь ликуем. Ура! Все, ликование, лайки, лайки нам проставлены. И мы движемся в город Пало-Альто. Вы там что-то сняли, да? Да. На Airbnb. Да. Ну, поехали. Все, ребята, сдали мы наших новичков вот сюда. Это довольно симпатичный дом в Пало-Альто. Айклер, такая архитектура специфическая. Кто наше видео смотрит, знает, о чем речь. Вот тут они поживут первые 10 дней. А завтра зайдут к нам в офис, и я их снова сниму. Счастливо всем!